Северный Ватикан. Северный Ватикан. Жаркий батл сегодня, да, народ? Да, дайте шуму. Йоу. Северный Ватикан. Бегу по низам, вытекаю из этих труб, чтобы показать вам стайл. Со мной Серега, само комплиментарка. Я снова выхожу сюда, чтобы выкинуть тебя обратно, братка. Как было я во дворе на студии, я выношу тебя будто сиянием. Слышишь, нигер? Кто в курсе, подмигни мне. Выходите, сейчас услышать стиля. Тут со мной братишка мой старший, но я не могу ему сейчас раздать бить. Он не панганжий, Саня снова на пятках рвется, куда ты сейчас дальше? И хочу, чтобы все за меня скажут, что номер один, само ты ничто. Ты не можешь против меня проставить ничего. Северное сияние или северный Ватикан? Я бы тебе сказал, иди нахер, но ты мой друган. Я видел, как ты утекал, виной всему северный Ватикан. Не дало тебе податься воспитанию, то, что ты делал, парень, и ты прошел в этот батл очень случайно. Тебя словно протянули за уши, так что дам тебе я за щеку пару комплиментарных, брат, моментов. Йоу, на-ка, слышишь, зацени-ка, это под старый бит, слышишь, под старый бит. Делай так, как будто бы нас всех бодрит. Это старый хип-хоп, а ты думал, как этот город называется Ватикан. Слышно ли меня, кто смотрит там? Это тему дал фьюз Ватикан. Северный город, и я еще молод. Я хожу по проспектам, который год-год. Ты так красивый, и в этом наша сила. Мы читаем фристайл, но это просто объективно. А дальше ты. Ты продолжаешь стихи. Нет, нет, бро, дальше ты. Ты хочешь, чтобы они не ушел? Давай сейчас дели. Братан, ты слишком молод, но я моложе тебя. Так что дай мне деньги, у меня голод. У меня дети где-то в Москве, я не понимаю, что происходит, почему я сейчас здесь? Где мой северный Ватикан? Пока ты там текал, я оттуда утекал. Привет копам и привет нелегал. Саня делал тут вещи, пока ты дома читал своим детям стихи. Вот это Ватикан, вот это уровень фристайла понимальщика. Это будто бы для Коперника математика. Но походу все молчат, значит я не то сказал. Нет, хочу овации зал. Хочу, чтобы десятка сейчас упала в мой карман. И Саня Ватикан, я тут батюшка, и это мой Ватикан. Ты вытекай, дверь слева, братья, дверь справа, значит, фьюз тебе покажет. Саня крутой мальчик, молодой, в резине. Бэйби, ты в деле, ну ты понял, в деле. Йоу, ты выглядишь старше меня, все потому, что ты много в детстве употреблял. Именно так, спасибо, что продолжил рифму. Это было очень мило. Короче, мило? Саня, этот город подсказал тебе, как надо делать, и ты словно белка искал орех. Йоу, но в этом, брат, не успех. Надо делать крутой рэп. Надо делать крутой рэп! Северный Ватикан, Северный Ватикан! Всем районам, всем направо! Йоу, этот город Петербург. Смотри сейчас внимательно, батл уже друг. Йоу, вы сочиняете так долго и считаете свои готовые рифмовки. Здесь все делаем мы на ходу, вы один. Йоу, если можешь приходить. Если можешь, приходи, Само никогда не победит условку, потому что я всегда делаю четко. Ну, так, бро, до конца. Давай, давай решать судьи. Я не понял, у вас группа и что это было вообще? У нас старые отношения, долгие. Это твоя жена так думает, а не я, чувак. Я знаю, твоя мама что-то передавала нам. Это окей. Было не смешно. Окей, давайте послушаем судей. 3, 2, 1. Само идет далее. Гордыня, брат. Само, следующий круг — это полуфинал, и ты в нем сразишься с Громом.